Медиагруппа «Авангард» представляет. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас собственный сок, или вы пользуетесь услугами стороннего сока, либо пока не пришли к этому вопросу? Да, как раз сегодня на данном форуме я буду рассказывать об этом уважаемым коллегам. Мы строим сок сейчас по гибридной модели, используем инфраструктуру нашу, при этом привлекаем для экспертизы и мониторинга партнера. Понятно. А скажите, пожалуйста, перевели ли вы своих сотрудников на удаленку и как удалось обеспечить при этом защиту информации? Да, конечно, мы переводили. Нужно понять, что мы непрерывно действующее производство, у нас металлургия, и поэтому все локально достаточно было различно. В управляющей компании мы переводили практически до 90% людей на удаленку. В предприятиях переводили значительную часть, в первую очередь управления, там как минимум 30% переводили. Конечно, это был большим вызовом, в том числе и для нас, и для IT-подразделения. В первую очередь нам помогло в том, что мы проактивно подошли к этому вопросу. Мы занимались об этом, подумали об этом немного раньше, чем произошел сам карантин. В первую очередь помогло тем, что нам с точки зрения информационной безопасности помогло тем, что мы в своей работе достаточно тесно взаимодействуем с IT-подразделением. И мы не запрещали, не ставили ограничительные меры, а в первую очередь вместе с ними прорабатывали те меры, которые мы считали необходимыми, и те шаги, которые они должны были сделать. Антон, наверное, заключительный вопрос. Вот в процессе перевода на удаленку ваших сотрудников, может быть, сейчас вы видите ли какую-то специфику кибератак? Изменился ли ландшафт этих кибератак? Либо все происходит по старинке, и каких-то новых векторов атак, новых методов со стороны атакующих вы не видите? Расскажите, пожалуйста. В сам момент карантина мы увидели увеличение кибератак с точки зрения перебора паролей RDP, увеличение количества фишинговых писем. Но сказать, что сами атаки изменились, я не могу. Я могу только констатировать факт, что их количественная характеристика увеличилась. Но сами методы не претерпели значительных изменений. Увеличились риски с точки зрения того, что сотрудники просто вышли за уровень предприятия, и, соответственно, предприятия вынуждены были приводить срочные меры по предоставлению удаленного доступа. И, соответственно, как всегда, срочность приводит к тому, что не все реализовано в нужной мере было. А так, большее количество атак, а сами подходы остались те же. Антон, большое спасибо за интервью.